Отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение нагрузок – эти и другие меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного пандемией, обсуждались в ходе онлайн-совещания, которое на базе ситуационного центра «Единой России» провел председатель партии Дмитрий Медведев. От Новгородской области участие в разговоре принял исполняющий полномочия руководителя регионального отделения «Единой России» губернатор Андрей Никитин. Говоря с коллегами по партии о ситуации с малым и средним бизнесом в нашем регионе, Андрей Никитин отметил, на примере Великого Новгорода очевидно, одна из самых пострадавших сфер – это туризм, завязанный на иностранных гостях. Убытки терпят гостиницы, места общественного питания. По прогнозам, казна областного центра не получит четверть ожидаемых ранее налоговых поступлений. Кроме этого, предпринимателям не хотят оказывать помощь банки. Кредиты для того, чтобы платить зарплаты работникам, выдаются только 4% заявителей. Как пример альтернативы в этой ситуации, Андрей Никитин предложил участникам конференции развивать региональный фонд поддержки предпринимательства. Это фактически наш инструмент точечной поддержки тех отраслей, которые нас касаются и которые в регионе зависят. Сделали специальные кредитные продукты под 0,1% как раз для того, чтобы могли платить зарплату, оплачивать коммуналку, арендную плату и так далее. То есть вот все те вещи, о которых коллеги из малого и среднего бизнеса говорят. Кроме того, обращаясь к коллегам по партии, Андрей Никитин высказал свое предложение по формированию федерального списка отраслей, которым требуется поддержка в первую очередь. Такой перечень должны формировать в первую очередь субъекты для оказания точечной поддержки. Планируется, что предложения по мерам поддержки предпринимателей и работников предприятий бизнеса, высказанные Андреем Никитиным и другими участниками онлайн-конференции, в ближайшее время будут направлены для рассмотрения президентом.